Да, что это за язык такой странный? Это албанский язык. Албанский язык, ого. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Сколько я гулял по этой Албании, ну и так не понял, что у них за язык такой. Ни одного слова не понял. Ладно, надо снять стресс, посмотреть какой-нибудь фильмец. Вот я позвал в гости... гости, 25 гостей. Да, которые каждый принесут по кассете. 25 новых кассет. У нас сегодня 25 новых кассет. Вау. Ну чё, готовы, ребята? Пончики будут. Какие пончики? Фильмы давай сначала, потом разберемся. Первый. Мартышка. О, привет. У-у-у. Бананы. Есть бананы? Так. Бруклинская резня и кровный брат. Стивен Сигал? Бруклинская резня со Стивеном Сигалом в главной роли. Бруклинская резня. Что со звуком? Не знаю. Ты еще банан у меня хотел взять? Да. Принес тут кассету, которую невозможно смотреть. Вон отсюда. Обезьяна. Даффи Дак. О, привет, Даффи. О, надеюсь, ты нормальную кассету принес. Привидение и Путо. Ого, Патрик Свейзи. Привидение, это же классный фильм. Привидение и Путо. Диснеевские герои знают толк в фильмах. Патрик Свейзи. Точно, Патрик Свейзи. Это привидение. Деми Мур. Деми Мур, вау. Какие актеры классные. И Вупи Голдберг. И Вупи Голдберг. Даже засмотрелся. Музыка такая таинственная. Ладно, конечно же, оставляем. О-о-о. Мы, десняшки, мы знаем толк в фильмах. Снежный король. Принцессы будут? На гребне волны мультфильмы. Посмотрим на гребне волны. Это что было такое? На гребне волны и мультфильмы. Что-то я слышал такое название. Это, наверное, будет про серферов. Фильм производства Леви Абрамса Герина. Режиссера Кэтрин Биглоу. Ну, качество хорошее. В главных ролях. Киану Ривз и Патрик Свейзи. Круто. Это действительно про серферов. На гребне волны. Да, оставляем, конечно же. Вау, целых два фильма Патрика Свейзи. Ура! Надеюсь, девушки будут? Миньон. Банана, бананана. Состояние сердца и русалочка. Еще один бананы тут требует.
Состояние сердца и русалочка. Посмотрим, что там такое. Что это? Какой-то замедленный. С участием актеров Дензел Вашингтон. Ну, актер хороший, Дензел Вашингтон. Хлоу Веб. Состояние сердца. Heart condition. Это состояние сердца. Ладно, только из уважения к Дензелу Вашингтону оставим эту кассету. Это хороший актер, Дензел Вашингтон. Дед Мороз. Я подарки вам принес. Порыв и сборник мультфильмов США. Ага. Посмотрим. Что за прорыв? Дедушка, рановато. Еще неделя до Нового года. Главная роль Тереза Рассел. Тереза Рассел. Порыв. Это порыв. Да, Тереза Рассел. В фильме «Порыв». Также в ролях Джефф Фейхи. Джефф Фейхи. Тоже интересный актер. Джордж Дзундза. Дзундза. Ну и фамилия Дзундза. Ладно, качество роди неплохое, можно оставить, да? Оставайся, Дедушка Мороз. Шарик. О, я тут на фотоохоте был, вот он кассету нашел. Разрушитель и Кобра. Два фильма Сильвестра Сталлоне я принес вам. Разрушитель и Кобра. Разрушитель и Кобра. Лос-Анджелес, 1996 год. Что это? Все горит. Лос-Анджелес в огне. Это Лос-Анджелес? Ух ты. А ты помнишь, когда еще здесь садились рейсы гражданской авиации? Помню. Я не понимаю, куда мы летим, да и зачем? О, добрый Сталлоне. А поточнее, маньяк захватил муниципальный автобус. 30 пассажиров. И я думаю, там есть причина. Я думаю, все, оставляем, конечно же. Это же Сталлоне. Да и качество вроде неплохое было. Да, Маркус? Давай, оставим. Майнкрафт пик. О, а ты свинья. Еще твой год не настал. Следующий твой год. Цветок в пыли. Что, Индия? Цветок в пыли. Опять будут только петь да танцевать. Как во всех индийских фильмах. По-моему, это не индийский фильм. Индейцы про космос ничего не снимают. Чейз, Чейз.
Джейсон. Ну, знаешь что, свинья, ты нас обманула. Я ждал песни, танцы индийские, а ты? Фильм какой-то. Какой-то странный фильм принес. Пока, до следующего года. Твое время еще не настало. Я ручи. Гомер. Пончики, давайте пончики, хочу пончики. Пришельцы и пришельцы 2. Жан Рено. О, это хороший актер. Французский актер Жан Рено. После этого мультфильмы. Посмотрим. Не будет пончиков, кассету не оставлю. Что это? Человек без головы. Ну что тут смешного? Рубите громче, король! Ну нет, что-то мне это не нравится. Слишком старый фильм ты нам притащил. Про каких-то рыцарей. А пончик? Нет. В следующий раз. Приноси хорошую кассету и будет пончики. Следующий. Снупи. Мяу, мяу. В поисках приключений и огонь внизу. Да. Так. Жан-Клод Ван Дам. После этого Серих Ладошки и Александр Шевченко будет все, как ты захочешь. Ну во. Жан-Клод Ван Дам. Посмотрим. И Стивен Сигал. Фрэнк Элкинс был найден мертвым сегодня утром. Что? Его грузовик упал в реку Морин вчера ночью. Он сломал себе шею и спину. По показаниям полиции штата, в грузовике был алкоголь. Говорят, что это несчастный случай. Но я в это не верю. Это просто три мертвых агента. ФБР пару месяцев назад, и теперь Фрэнк. Да. Ну, конечно же, оставляем. Фильм со Стивеном Сигалом — это всегда экшен. Только потом отнесешь обратно Чарли Брауну кассету, да, Снупи? Да. Клоун. О, ну, наверное, комедию притащил. Ребенок Ноябрю и Огненное кольцо 3. Да, и Ребенок Ноябрю. И Огненное кольцо. Какие-то странные названия. Я бы сказал. Это кто такой? Дон Драгон Вилсон. Ничего не понимаю, что они там говорят. Еще сын есть, да. Как ты мог принести моим друзьям фильм в таком плохом качестве? Клоун. Ты издеваешься над нами? Да, я же клоун. Вот, иди в цирк обратно. Весели детей. Бэтмен. Вау, Аркхэм Сити. Мишка Йоги, первое Рождество Мишки Йоги и Король Воздуха. Ага, комедии какие-то. Мишка Йоги. Такого не знаю Мишку. Знаю Бернарда. Знаю Гамми Бирс. Йоги, просыпайся. Это поможет Богу.
это Йоги Бэй. Кажется, не помогает. О, такой мультик я еще не видел никогда. Это Рождество с Йоги Бэй. Когда он проснется, пожелайте ему счастливого Рождества от меня. Йоги Бэй. Веселого Рождества всем и всем скорой весны. Всем. Пока. Оставляем, конечно же. Такой мультик я не видел. Надо запомнить. Медведь. Йоги. Йоги. Попугай Кеша. Я вам тут стоите, презент привез. Люби и верь. Индия. Ну, надеюсь, тут будет индийский фильм. Я так соскучился по индийским песням и танцам. Тед Уитл. Серж Хойт. Алан Фосет. Фрэнсис Маккарти. Гарри Стэнжовски. Ну... И где же тут Индия? Исполнительный продюсер Ичи Стро. Художник-постановщик Патрис Вермет. Вы опять нас обманули! Композитор Джерри Девие-младший. Лети-ка отсюда, Кеша. Пока я из твоих перьев ручки не сделал. А то хаити, хаити. Следующий. Монстр. Ну, что же смотрят монстрики? Кактус Джек и парень из Сан-Франциско. Со Шварценеггер. Кактус Джек, что это такое? Такого фильма у Шварценеггера я не видел. Кактус Джек. Кактус Джек. Это кактус Джек. Вообще ничего не слышно. Монстрик. Не можем мы смотреть фильм в таком плохом качестве. Вообще непонятно, что они там говорят. Пока. Следующий. Джон Цена. О, великий Джон Цена, рестлер. Что ты притащил? Томми Джерри. Томми Джерри? Наши мультики лучше. Том и Джерри. Элло. Эл, Цена. Где тут Том? Леон Киллер. Где тут... Это Леон Киллер фильм. Ладно, фильм оставляй, он хороший фильм. Но сам обманщик, уходи отсюда. Я так хотел видеть Тома. И Джерри. А тут? Какой-то Леон Килл. Жан Рено там играет, там хороший актер. Следующий. По. Ну, что смотрят Кунг-фу Панда? Сказка о царе Салтане. Земля до начала времени, третья часть, и городок Санта-Бугита. О, Санта-Бугита. Посмотрим, что за Санта-Бугита. Всю свою любовь я отдам тебе. Будем вместе путешествовать. О, Лолита, моя Лолита! Лолита, моя Лолита! Моя Лолита! Ты, любовь моего сердца!
Прикольно. Такой мультик я тоже не видел еще. Оставляем, конечно же. Такой мультфильм я вижу в первый раз. Так. Следующий. Тигр. О, ну, тигр. Что ты нам притащил? Безумный день Женсиба Фигара и за двумя зайцами. О, Киркоров, Пугачева, Галкин, Лолита, Верка Сердючка. Ну сколько тут звезд российской эстрады. Посмотрим. Если в машине для двоих мотор забарахлит, плохо. Очень плохо. И что это такое? Где Пугачева? Где Киркоров? Счастливого пути. Вперед. А ты что будешь делать? Что буду делать? Танцевать буду. А что мне остается? Мне остается сложить ладони в знак приветствия. На маскарад. Что это было вообще? Тихо! Том и Джерри! Индейский фильм Том и Джерри! А, ты что-то тут совсем перепутал. Том и Джерри. Да, и какой-то еще индийский фильм. Да, тигруля, пока. Том и Джерри. Маша и Медведь. Ну, вы, ребята, надеюсь, нормальный мультик принесли? 101 Далматинец 2, Далматинцы, Динозаврик Динк и Возврата. Давай, посмотрим. После этого Фриказоид. Фриказоид, то еще один мультфильм. Фриказоид. Одни мультики, ну ладно. Фриказоид. Лэри Хьюбер. Это динозаврик Динк. Да? Ух ты, еще одна. Солнечные ягодки. Круто. Новые, все новые и новые мультфильмы показывают. Вкусный будет обед. Я этого тоже не видел. Про такого динозаврика. Ладно, оставляем. Это динозаврик Динк. Да. Такого мультика я тоже еще не видел. Дружок! Привет, я быстрый, техничный, опасный! Рождество с Вилли Гавом 3 и Бетховен 3. О, про двух собачек. Это мои родственники. Гав и Бетховен. Рождество с Вилли Гавом 3 и Бетховен 3. Это, наверное, кто был? Бетховен. Это Бетховен был, большой Сан-Бернар. Эй, остаешься, молодец, дружище. Я даже засмотрелся. Роди! Вау, какой у тебя мотоцикл, Роди. Да, круто. Побег и укол зонтиком. Укол зонтиком, Пьер Ришар. Побег и укол зонтиком. Я помню, Побег был хороший фильм. Там играл Пьер Ришар и... Так, еще. Ага. Это фильм Побег. Это фильм Побег. Да. Смотрю с дубляжом. Пьер Ришар. Виктор Лану, Раймон Брюссер, Клод Брюссер. Нам так весело жилось в Париже. Я 30 лет ждал этого, со времени Народного фронта. Ладно, оставляем. Пьер Ришар – это хороший французский комик.
Роди, дашь прокатиться потом? Ладно, после фильма только. Круто, прокатимся потом. Человек-паук. Я вот тут лазил по крышам. Вот нашел вам кассету, принес. Каспер и Каспер 2. Про Каспера. После этого Агути Неунивай Схура отшумели дожди, блестящие облака, и А. Иванов Я постелю небо. Ого. Я постелю небо. А. Иванов. Это Агутин. Да, это господин Агутин. Ну, как тебе, Маркус? Нормально, оставляем Агутина. Конечно же, оставляем Агутина. Это Агутин не унивай. Да. Хорошая песенка была, и качество хорошее. Франческо Бернулли. Ну, что-нибудь итальянское? Младенец на прогулке, майор Пейн. О, названия хорошие. Посмотрим, что ты тут притащил. Младенец на прогулке и майор Пейн. Чего? Франческо! Ты издеваешься? PG-13. Да, PG-13. Это же конец фильма. Только... Ты нам притащил неотмотанную кассету? Все, вали отсюда. Да. На гонки! Да. Это был PG-13. Фермер. Ну, и ты ж про животных что-то, да, притащил? Канан-разрушитель Золушка. О, волдиснеевский мультик про Золушку. Вау. И Канан-разрушитель Шварценеггер. Посмотрим, если Шварценеггер сразу остаешься. Да, это Канан. Разрушитель Шварценеггер. Все, сразу остаешься фермером. Молодец. Хороший фильмец притащил. Ну? Подружка Снупи. Снупи, я сейчас, я вот кассету принес. Неисправимый гун и действуй меня. Давай. Георгий Вицин. Это про разбойника. Да. Он еще много фильмов. Про Шурика он играл разбойника. Пустите оставить. Ну? Даже Вики, значит! Он целуется. Все, 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 выключаем. О. Фу. Фу. За уважение этого разбойника ты остаешься. Да. Следующий. Чувак со спущенным штаном. Ну, давай, чувак, быстренько, показывай. Маленький негодяй и найти и уничтожить. Ну, давай. Почти уничтожить. Странное название какое-то. Про собачку эту, я помню. Это маленький негодяй. Да, это хороший фильм. Оставляем мы его. Это маленький негодяй. Оставляем мы его. Хороший это фильм.
А ты сам иди штаны поправь. Да, иди штаны поправь. И последний. Карамелька. Привет. Мы играем в доктора. Вы доктора вызывали? Давай косяту быстро. Охотники за привидениями и охотники за привидениями 2. Ghostbusters'ы. Охотник за привидениями, охотник за привидениями 2. Комната просто горит, Питер. Да. Вот этот фильм мы будем смотреть с друзьями. Взгляните, пожалуйста, сюда. Ghostbusters. Я прошу, не надо. Давайте же покажите все.